Вітаю! Це новини із пальця. Курйози, нелепості і просто підбірка інформації, на місці якої останнє, що я би зробив, це став новиною. От палець, от новини. Поїхали! Кстати, буквально на днях у новостей из пальца появился отдельный канал, ссылка на него в описании, подписываемся сами, подписываем случайных прохожих, близких, родных, друзей. А теперь точно поехали. Циничный львивский официант став антигероем интернету. Циничный официант — это вообще готовый мем. Чаевые вперед. Может быть, вы пойдете в каком-нибудь другом кафе посидите? Вам кофе с водой? Кстати, эта новость сделана на основе чего-то поста в социальных сетях. Кстати, журналисты, которые делают новости на основе пабликов в социальных сетях, особенно ВКонтакте, после увольнения, достаточно скорого, становятся администраторами групп в Одноклассниках. Ставь класс, если мама залипает в ферму. На Полтавщине в людской двор залетела фура с замороженной хамсой. Мойва небесная. А людской двор — это вообще что? Лев Николаевич Толстой был в усадьбе, когда все это произошло, а? Что за мерзкое «а» я только что издал. Водитель не пострадал, вместе с людьми он всю ночь перекладывал хамсу в другой грузовик. Загрязнившуюся рыбу жители забрали себе. Сказали, что будут давать ее свиньям. Какие-то тыжни хамсы в Полтаве. Интересно, весной в Полтаве еще кто-то сможет есть рыбу? Школярі з Луганщини переконалися, що на Прикарпатті не їдять дітей. Хоча сумнення по цьому поводу у них були до останнього. На місці закарпатських поваров я би щось таке от з ізюмінкою все-таки приготовив. Ну, просто для того, щоб імідж підтримати. Діловий центр у Рівному завалило дровами. Фотофакт. Мініатюра зарплата в лісничестві. Напоминає фотографію з випускного альбому «Буратіна». Прикарпатець виявився не найкращим сусідом, викрав велосипед. Проблема з велосипедом, да, а так... Очень даже хороший человек. При встрече говорил «Привет!». Запорожские силовики по ошибке обыскали детскую секцию вместо ночного клуба. Что вообще у вас здесь за наркоманский притон? Почему все в бальных платьях? Где вообще диджей? Ты не диджей, это худрук. В Днепропетровске сегодня день поимки наркоторговцев. Этот праздник с покраснением на глазах. Этот праздник с белой пылью на усах. Кстати, обычно на день поимки наркоторговцев принято приглашать... А кокса Квасневского. Не знаю почему. В Николаеве сельский житель напал на случайного прохожего и отобрал у него 2 пистолета, документы и деньги. Чем, возможно, предотвратил еще гораздо более страшное преступление. Дурман у цибули выявили у винницкой тюрьмы. Дети, сегодняшний урок, а мы начнем с загадки. Да, отгадайте, кто меня раздевает, тот улетает. Можно я? Ну давай. Одурманенный лук. Кем говоришь, твой папа работает? Кивой. Это были новости из пальца. Это был нос собаки по имени Кари. До встречи в следующую пятницу. Не забывайте подписываться на наши паблики в социальных сетях, а также на наш отдельный канал. До зустречи. Та-дам!